У меня было две матери, и обе это ощущали, и обе терпеливо относились к этому, и я тоже крутился в обе стороны и не мог иначе. Стоит мама, да? Да, вот черненькая. Тут вот, вот это Роберт, тот брат, вот это вот сестра старшая Александра Васильевна. Ну и вот, ну и дальше там это. Вот такие дела. Это какого времени фотография? Это я учился в техникуме. Год не помню, но я должен быть вот тут был, Вот в семейной фотографии. Но была же Альбина. Я не мог себя заставить. Я ходил по улицам, я это хорошо помню. И переживал это дело, и все-таки не пошел. Но, надо сказать, никто меня не упрекнул в этом. Вот фотография есть. Вот это фотография того, что мне приходилось испытывать, когда, так сказать, две матери. И по праву, и одна 10 лет самых трудных провела, и вторая бедная, она же иногда говорила, я знала, что если тебя не отдать, то ты просто погибнешь. Вот, и отдала. Отдала, причем, вот мы уехали в июле 38-го, и в июле следующего года уже есть фотографии надписанные, когда я понял, что мы уже вернулись. Я уже сфотографирован в детском с Альбиной вместе. И посылали ей туда фотографии. Меньше года. Это почему? Потому что Ежова не стало, стал Берия, и он немножко смягчил это дело. Хотя тетушка говорила, что это помог, там один, говорит, рыжий, ну, НКВДшник, как она говорила, рыжий, оказался очень порядочным человеком. Он сказал, я разыскиваю, обязательно мы разыщем и так далее. И разыскали. А вот как она туда поехала, как они там встретились с матерью, как она вернулась и так далее, это же очень интересно. Я дурак, не спрашиваю.